посмотрел этот фильм, услышав все, и остаться на другой позиции. Но вот это так, и давайте послушаем. Есть право иметь и другую точку зрения. Пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Да, Алексей Казак, российский профсоюз студентов. Ну, я, во-первых, скажу, что я такой человек достаточно добродушный, может быть, даже наивный. Все время веду речь о братстве славянских народов и так далее. Мне так повезло, у меня мать вот, русская, отец у меня по отцовской линии, он белорус, а бабушка по отцовской линии у меня была наполовину полячка, наполовину украинка. То есть во мне как бы сочетаются сразу несколько славянских кровей, так можно сказать. Вот, посмотрел фильм, и сложилось такое впечатление, к сожалению, что автор фильма ведет такую как бы линию, что ставит на одну доску и преступление фашизма, и преступление Советского Союза. То есть мы изначально видим, идут кадры, советы вторглись, с одной стороны бегут там немцы вторглись, с другой советы. И человек, который не знает целиком историю, не знает о том, что затем были годы, как советские войска героически освобождали Освенцим, боролись за то, чтобы вот тот же самый Краков не был взорван, сколько людей погибло и реально шли на помощь братскому народу. Если вот человек посмотрит вот так фильм, он может подумать, а, тут причем даже так показано, вот немцы загнали профессору в концлагерь, и там просто от сердечного приступа погиб, то есть вроде как бы сам по себе. А советские еще более жестокие, расстреляли, убили и так далее. И вот сейчас, когда вот такая ситуация вообще в мире, вражда, может быть, нам следовало бы как-то найти все-таки больше точек для соприкосновения, чем искать вот то, что как-то нас отдаляет. Потому что все те люди, кто вот виновен в этих преступлениях, они уже погибли. И сейчас мы видим, для этого не нужно особенно изучать документов, чтобы понять, что такая трагедия случилась. Но давайте как-то эту страницу зафиксируем, что вот она была, и все-таки начнем и войдем в 21 век с того, что протянем друг другу руки и будем жить в мире и согласии. Хотя бы отметить, что фильм называется «Катынь». Сейчас мы послушаем Федора, я не могу стерпеть, я просто одну очень короткую реплику. Вот говорят, что Сталин умер, но дело его живо. Вот лучше было бы наоборот. Уж пусть он был бы жив, только дело его умерло. В том-то и дело, что его дело и дух живет. И поэтому очень трудно сегодня просто взять вот так, сказать, давайте жить дружно, да? Если у нас имя России Сталин, если у нас герои, вот те, кто все время знали. Буквально на дне вспомнилось 10 лет. Буквально пару дней назад вспомнилось 10 лет, как бомбежка Югославии началась. Вы знаете, может быть, дело Сталина, как я не знаю, как вы его понимаете, но то, что Соединенные Штаты сотворили с еще одной братской славянской республикой, я не могу назвать иначе, как фашизмом. Это разные вещи. Хорошо. Да, Федор Шалов передает, профессор высшей школы экономики, но вообще по своей первой специальности в течение долгих лет я историк, хотя занимался вещами намного более ранними, чем то, что мы сегодня обсуждаем. Я на самом деле разделяю пафос вот Алексея, да, который говорит о том, что надо протягивать друг другу руки. Я единственное, чего не понимаю, почему у вас создается впечатление, что эта тема, которую мы сегодня даже не обсуждаем, а просто посмотрели фильм, нас разъединяет. Потому что объединять могут не только застолья, и не только приветственные тосты, и не только радости вообще. Объединяют в том числе и горесть. Да? Объединяют в том числе и трагедии. И в этом смысле, мне кажется, что если мы с обеих сторон поймем, что было совершено чудовищное преступление, не будем по этому поводу там в данном случае, вот в данном предметном случае там, мешать там, не знаю, там, нацистов, сталинистов, да, там как-то вот посмотрим на это, вот просто возьмем этот конкретный эпизод, да, и поймем, что было совершено чудовищное преступление. Я лично не вижу, почему мы по этому поводу должны считать, что это разъединяет народы. Да, потому что было совершено преступление режимом. Режимом, который вообще ни этнически, ни культурно себя никак не позиционировал как представитель русского народа, или там, представитель славянского народа, или представитель вообще какого-то там этнического объединения, неважно какого. Да, потому что задача этого режима была совершенно очевидна, она была сформулирована таким образом, что у нас возникнуть
мировая республика Советов, где как бы не будет никаких этнических разделений, да, будет эта республика создана по классовому принципу. При этом, значит, те, кто по классовому принципу не подходит, независимо от национальности, должны были быть уничтожены, просто физически истреблены. И это касалось и русских, и поляков, и евреев, и украинцев, и грузин, и армян, там, я не знаю, и немцев, и кого угодно. Да, если бы добрались, если бы танки дошли до Ла-Манша, да, то, значит, и французы, и все это коснулось, а не только там восточных немцев. Там, если бы успели перепрыгнуть на Британские острова, то, значит, там тоже все было уже запланировано. Да? То есть речь идет о преступлении режима. И на самом деле, почему возникают вопросы у польской стороны, да? Я немножко просто эту тему знаю, потому что в период, когда вот принимались некие решения, я способствовал принятию этих решений, я имею в виду с нашей стороны, поскольку был депутатом, потом был заместителем министра иностранных дел. И как-то вот, ну, пытался все-таки, чтобы это пришло в какой-то такой общечеловеческий континуум, да? И что-то удалось все-таки сделать. Так вот, почему возникают вопросы у польской стороны? Если это преступление режима, зачем вы их возлагаете, эти преступления, на народ? Потому что если вы хотите их оправдать или хотите их замолчать, то тогда получается, что вы возлагаете ответственность не на режим, который вы не хотите осудить, и не хотите назвать конкретных виновников, начиная с тех, которые вот подписали, значит, вот во главе со Сталином все это дело. Да? А тогда получается, что действительно вы берете этот грех на народ в целом, на нацию в целом, на страну. Да? И вопрос, зачем вы это делаете? Или вы действительно вот так считаете, что так должен был вести себя русский народ? Что он все сделал правильно? Или от его имени все было сделано правильно? Ну тогда скажите. Тогда скажите, там, господин Путин, господин Медведев, там, я не знаю, Патрушев и так далее, что вот вы представители русского народа, и вы считаете, что все было сделано отлично. И так с поляками надо поступать. И ныне, и присны, во веки веков, аминь. Понимаете? Отче наши же, и сына небесех, и далее по тексту. Вот. Я-то полагаю, что действительно мы должны есть в истории любого народа, и чем народ более великий, тем больше в нем эпизодов как положительных, так и отрицательных, как великих, так и страшных. И без там, не разводя сопли по белому столу, но в трагических и в ужасных эпизодах своей истории надо разобраться, надо их признать, надо их обозначить, абсолютно не умаляя при этом величие народа. Да? Потому что, повторяю, чем более великий народ, тем более он велик во всех своих проявлениях. Да? Не великий народ не совершит великих преступлений, к сожалению, да, и великих злодеяний не совершит. А великий народ, вот совершит те же самые немцы. Великий народ, великий европейский народ. А что они с собой сотворили прежде всего там, за 12 лет? И со всей Европой за те же самые 12 лет успели, да? И в результате во что превратились? Да, можно же вспомнить, что была философия немецкая, была литература немецкая, было искусство немецкое, философия, по-моему, уже назвал, да, там, и так далее. И после Гитлера ничего же этого нет. Нету ни поэзии великой немецкой, нету ни великой немецкой литературы, я имею в виду прозы, нету ни великой немецкой философии. Есть какой-то кинематограф такой очень... Не вперед Гитлера, очень философия от великой... Так я же говорю, он все уничтожил. Он все уничтожил. Они с собой прежде всего сотворили. Да? То есть вот великий народ впал в такое великое заблуждение, которое привело, в общем, к его вырождению на самом деле. Они только сейчас начинают постепенно выбираться из всего. Но они, по крайней мере, признали. Да? Они, по крайней мере, действительно не будут обсуждать Гитлера на предмет эффективности его действий. Понимаете? Вот в чем прав Игорь. Вот в чем прав Игорь, да? Невозможно обсуждать Сталина с точки зрения целесообразности. Потому что такое целесообразность? Вы ставите себе цель и поступаете сообразно ей. Поэтому все действия Гитлера целесообразны. Вот он поставил себе задачу уничтожить евреев, но, к сожалению, его не дали. Понимаете? А в принципе, очень эффективно и очень целесообразно вместе со своими приснами все это осуществлял. Вот там хотел славян загнать всех, там, начиная с поляков и заканчивая нами с вами, да, там, значит, поделить на три части, две части
как бы с разной степенью скорости уничтожить, а одну часть превратить в рабов. Ну вот тоже уже начал, но вот елки-палки, ну не дали до конца этого, да? Но делал все это эффективно. Понимаете, там эти трудовые армии и все, что вы хотите, там, все мы это помним, да? То есть все это как бы очень здорово осуществлялось. Все было, вот, стой, вот против чего там выступает, как я понимаю, Игорь, да? Почему действительно нельзя поэтому как бы вот его возносить, там, даже там, пусть третьим номером среди имен России, почему он не должен звучать? Именно исходя из того, что мы должны ставить, исходя из величия нашей истории, другие критерии самим себе предъявлять, да? И ставить, что-то запрещая, можно и ставить, нет, не запрещая, а объясняя. Правильно оценивая. Объясняя, правильно оценивая, выставляя правильные оценки. Потому что если мы говорим о том, что мы народ православный, что мы народ великий, что мы народ богоносец, там, не знаю, что мы держим перед собой высочайшие этические ценности, так надо с точки зрения высочайших этических ценностей оценивать Сталина, Ленина там, и всех прочих. Да? А не с точки зрения целесообразности. Потому что как же глаз народа, глаз Божий. Действовали они, причем тут глаз народа, глаз Божий. Во-первых, надо понимать, в какой ситуации это возникло и как этим замечательным этим выражением Vox Populi, Vox Dei манипулировали в Древнем Риме. Знаете, это вполне специально было придумано для того, чтобы оправдывать вполне специальные дела. Вот, поэтому не нужно ссылаться, не зная контекста. Народ у нас неправильный, плохой. Нет, почему? Это вы говорите. Нет. Народ у нас это вы сказали. Это вы сказали, а не Люди имеют право на заблуждение. Выбирая фигуру Сталина, они просто давали понять, что страна устала. Вот когда мы перестали заниматься экономикой собственной, вот последние вот эти вот там сколько, 15 лет, Ельцин, 20 лет, да, период, и занимались только поруганием и закрытием, ну все, и сельское хозяйство уничтожили, и промышленность, и так далее. Ну как же перестали заниматься экономикой? Вот интересно. А то, что сейчас кризис, мы ничего не производим, а ничего нет. Нет, хорошо, а что, у нас одни кризисы. Сразу сказать. У нас одни кризисы. А вы не знаете, что творится в Америке? А вы не знаете, что творится во Франции, да? В Америке это творится 6 месяцев, а у нас 20 лет. Да нет, ну не надо. Когда мы говорим, у нас был хороший год, 90-е годы, начало 2000-х годов. Дорогие, дайте мне сказать хоть одну фразу. Вот центр Левады давно уже подметил, что у нас нет общественного мнения, оно задавлено. А мы измеряем эффективность пропаганды и больше ничего. Это не мнение народа, это степень эффективности одурачивания народа. То, что привело к тому, что Сталин там стал одним из первых, это не мнение народа. И если бы, и очень простой ответ, почему, дальше я поясню. А вы представьте, что вот этот фильм прошел бы по Первому телеканалу, и его бы посмотрела страна, что люди бы так же голосовали? Там Ржев прошел. Ржев прошел, какая истерика началась у недобитых гэбистов. Понимаете? Вот Ржев, и еще бы фильм 10 прошел бы, и еще бы человек 20, которым запрещено выступать на телевидении, они бы выступили. Что, народ так же думал? Да идет промывание мозгов, абсолютно очевидно. Поэтому мы измеряем не мнение народа, а эффективность пропаганды, которая существует. Это совсем другие вещи. Вот ответ. Не надо на народ валить. Народ лишили информации, народ лишили оппозиции, народ лишили альтернативы, народ лишили многопартийности. И вы еще будете говорить народ. Да чем здесь народ-то? Какой же это народ? Я не задавал никаких вопросов. Кто-нибудь из тех, кто там... Представьте, пожалуйста. Владимир Юрьевич, литератор. Значит, кто-нибудь из тех, кто здесь присутствует, кто там уже написал фильм, не знал, как отвинен? Вот поднимите руки, кто не знал. Не грехи, кто в какой мере, в какой степени. Правильно. А вот скажите, пожалуйста, вы студент. Какие предметы большевики в 17-м году выкинули из учебной программы высших учебных заведений? Нет, подождите, пусть ответит, но товарищ студент... Философия, может быть? Нет, не философия. История. Философия, это нет, именно конкретные, какие были, каких не стало, благодаря большевикам. Логику выкинули. Логику, в первую очередь логику, во вторую, кстати, закон Божий. Потом, значит, все древние истории, когда была описана все вот эти вот придумки Периандров и так далее и тому подобное, которые все это проводили. Даже студенты у нас были идиотами, чтобы не умели ни считать, ни писать, ни читать. Толком, вы понимаете? Вот мы сейчас имеем такую страну с эволюционными последствиями. А, только почему-то на Западе все наши специалисты работают. Какие Западные? Таких мы глупых студентов воспитали. Мы говорим о гуманитарных науках сейчас, понимаете? О гуманитарных науках. А вы говорите о технических науках. Вот давайте я вам задам пару вопросов. Я вообще говорю, что у меня. Вы знаете площадь башни?
в России. Другая тема. Подождите, это та же тема. Я сейчас объясню, что произошло. Он сейчас не мог объяснить. Была комиссия. Почему была комиссия? Сейчас объясню. Вот это Студент. Хорошо. Он не знает ни черта. Ни сколько народу у нас живет. Ни на площадь Пашни, ни сколько черных. У нас 45 миллионов человек живет и 17 миллионов квадратных километров территории. Дорогие, я сам виноват, я каюсь перед всеми. Сколько заводов у нас было в 30-х годах? Володя. Много было. Давайте о самых острых, вопросах мы в одной стране. А что вы слушаете, черта не знаете? От ваших зрения. И эти похожи на большевиков. Секунду. Прежде всего, мы все соотечественники. У нас одна страна. И нам не надо друг с другом воевать. Поэтому он научился на другой планете. Круглую, абсолютно большевиков похожи те, кто административным ресурсом подносовывает выбор. Тихо. Так, дорогие, или мы закрываемся, или вот одна реплика, и вот вторая реплика. Пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Дали слово Игорь Матвиенко, помощник депутата Госдумы. Мне кажется... Какого депутата? А? От какой партии? Партии? Мой депутат без партии. Нет таких сейчас. Есть? Почему? Он по списку какой-то партии шел. У нас запрещено без партии выбирать. Конечно, но он не стоит никакой партии. А теперь ближе к теме. Назовите депутата. Максим Мищенко. Единая Россия, ну нормальный депутат. Замечательно. Они раскрывают принадлежность партии. Секундочку, мой депутат не состоит в партии Единая Россия. Но шел по спискам Единой России. Это разные вещи. Нет, это... Потому что один про Пашку, другой про списки, третий еще про шахты. Понимаете, здесь нельзя тоже. А теперь по фильму. Мне кажется, ну вы можете говорить, товарищ император. Просто я тоже действительно большевик. Давайте слушаем. Вот то, что мы увидели сегодня в фильме, он на самом деле сложный. Ну вот видите, уходят. Большевики уходят. Вот если бы они в 17-м году ушли, тогда бы мы лучше страной. Большевик потерпел поражение, как политическое доверие, замечено. А теперь про фильм. Мне кажется, конечно, это печать большого художества мастера. То, что Вайды снял этот фильм, и то, что его не показ в нашей стране, это симптоматично. Конечно, мне очень жаль, что Вайда снял этот фильм, противоречивый, кстати, во многих отношениях, не в 90-е годы, когда у нас отношения с Польшей были намного-намного лучше человечные, и было взаимопонимание. И прежде всего между первым лицом и Борисом Ельциным, и, естественно, предыдущим президентом Польши. Квасневский. А? Нет, не Квасневский. А? Валенцы. Валенцы, да, Лех Валенцы, солидарность. И я думаю, когда Ельцин приносил искренние извинения в Варшаве в 1993 году, извинения за Катынь, это был не жест политики. И фильм сложный. Почему он сложный? Потому что Вайда художник. Но есть художественная правда, есть историческая правда. И то, что там советские солдаты, советские люди, показ только в единичном случае, фрагментарно, в лице актера Ярко Гармаша в роли капитана с позитивной стороны, с человеческой, а с остальной, вспомните сцену в фотоателье, как ведут победители. Ремарка сильная, да, Вайда показывает. Мне показалось, что этот фильм все-таки для внутреннего польского употребления, для европейского. Потому что если показывать вторую сторону медали, ну, вспомните о тех 700-800 тысяч погибших за освобождение Польши. За то, что правильно сказал Алексей, то, что мы видели не только Краков, а другие города от взрывов фашистов организирующих, которые отступали в начале 45-го. И мне кажется, нужно все-таки, чтобы это была правда, а не только художественная правда. Понимаете, друзья, иначе мы всегда будем с поляками спорить. Мы тогда будем вечно 17 век вспоминать польскую смоту, вспоминать 4 ноября, понимаете, интервенцию. Нельзя так, надо угомониться. Надо угомониться и как-то все это развести. Вот общество мемориала, оно многие вещи делает позитивные, но почему-то он делает на частных примерах, а не чтобы в 90-е годы подготовить определенную записку, законопроект о том, что действительно германский использует опыт, где эту ситуацию уже разрулили. И нет такой напряженности в обществе, есть консенсус, и есть, соответственно, нация. Мемориал не пойдет, а 10... добиваться в суде. А знаете, как вы телевизор-то смотрите про Германию? Тихо. Я не смотрю сейчас телевизор, уважаемый. Плохо. Я вам не советую. Смотрите, читайте книги, русскую классику. Это будет лучше. Да, больше будет внутри покоя, не будет криса внутри. Я тоже так считаю. И поэтому здесь нужно это все развести. Потому что есть вторая сторона медали. Вайда, пробный художник, не показал.
Фильм очень эмоциональный, он прочивает, это национальная горечь. Мой дед освобождал Польшу, он был 3 раза там ранен. Это очень важно, ветераны Великой Отечественной, которых очень мало осталось, у них сорвался рисунок войны, в том числе и про личность Сталина, и нельзя перед могилом последние 5 минут жизни задевать. Это кощунственно. Германия решила эту ситуацию, мы должны тоже с Польшей и с другими постсоветскими странами договориться и решить. Спасибо. И последнее, на самом деле. Я считаю, что фильм надо показать этот, но очень важно, чтобы в Польше были показаны наши фильмы. Ведь это взаимно все, двухсторонняя напряженность, это искусственно все, так же нельзя. И в 2007 году, когда Вайда снял этот фильм, у нас самые были тяжелые отношения с Польшей. Это не случайно, что крупный художник почувствовал ветер градусов политической, дипломатической напряженности, это сделал. И на мой взгляд, Польша ведет сейчас по отношению не только к России, но и Евросоюзу неадекватно, но повторяет советскую большевистскую практику. Вот с точки зрения Вайды и польских трактователей истории, мы были там оккупантами, не освободителями. А ведь что сделала Польша при начале 2000-х годов, послав своих 2000 солдат для освобождения, в кавычках, Ирака? Если брать Вайду, его концепцию истории, это были тоже оккупанты. Я не против этого, но другая цель. Вы не правы. Это одно и то же. Вас, понимаете, Игорь, я вас очень уважаю. В отличие от вашего брата, я лучше сейчас уважаю. Но у вас двойные стандарты. У вас двойные стандарты. Правильно сказал молодой профессиональный лидер, что 10 лет назад был тот же большевистский фашизм. Мы, значит, себя пеплом посылаем. Уважаемый профессор, который убежал, говорит, что была мировая доктрина советского господства. Не было ее. Никто не хотел до Ламарша дойти. Никто не знает, где доктрина это была. Троцкий, это доктрина троцкизма, троцкизма превратилась. Не надо поспать соответственно, иначе у нас будет вещь на комнате полноценности. Мы никогда и в 21 веке не договоримся с всего. Не надо этого. Сталин не хотел с тем больше воевать. Просто потому, что здесь работают люди без надо их отстроить. Поэтому... Последняя реплика, но вам и вам, но я не могу не сказать реплику. Немцы решили эту проблему. Знаете как? Они признали свой режим государства преступным. Оно сидело в Нюрнберге. Это цель нашего клуба. Суд над советской системой. Это декларированная цель. Если вы так говорите, что наши солдаты преступники, что наши советские генералы. Не солдаты, не солдаты, а власть, это разные вещи. Так у власти были хорошие и плохие примеры. Сталин тоже какую-то роль сыграл в Великой Отечественной войне. Вы что ж были полностью себя посыпать? Я вам ответил, вы хотите как Германия. Вы сдули бы войну. Вы хотите как Германия. Я тоже хочу. Вы знаете, что они проиграли, а мы выиграли. Коротко, пожалуйста, вам слово. И мы их судили. Безумных эмоций пытаются искать отдельно, спокойно. Такие вопросы горячие. Горячие вопросы, но их надо решать с очень холодной головой, иначе мы их точно никогда не решим. Я очень хотел бы, поддерживая молодого человека, говорить с Польшей и с другими соседними европейскими странами, безусловно, на дружеской, равноправной, правовой основе. Но для того, чтобы это сделать, надо преодолеть некое очень важное препятствие. Надо перестать быть советскими. Мы можем говорить со всеми, уйдя... Тогда надо стать американскими, как весь мир сделал. Став русскими. Русскими. Вот лишь это сделав, преодолев в себе вот этот вот барьер, дистанцировавшись и поставив, так сказать, в большие скобки этот весь советский период и вернувшись к нашей исторической русской государственности и правовой традиции, только с таких позиций мы можем нормально вести диалог со всеми. Что касается этого фильма, я безусловно его... поддерживает очень важный, ценный документ. И глубокое уважение, низкий поклон господину Вайде, он делает, сделал огромное дело. Только я бы сказал одно еще, что подобных фильмов нужно сделать, было бы еще десятки, на сюжеты о том, каков был геноцид против русского народа, начиная с 1917 года. Вот в купе, в общем этом контексте, это будет абсолютное решение проблемы. Так, дорогие, по-моему, все могли выступить. Спасибо, все-таки у нас гость, который потратил свое время, который занимает высокую должность. Давайте он завершит. Ироним, вам слово. Поскольку наступил определенный всплеск эмоций, и в оборот пошли аргументы, которыми я, кстати, привык за последние не 5, не 10, а 30 лет, и которые очень часто, когда начинается аргументация, начинаем перекидываться количеством тысяч погибших солдат и прочее, это, простите, это
точки зрения логики и искусства вести дискуссию, это та же самая аргументация, которую в советские времена называли «а у вас бьют негров». Поскольку это не имеет никакого отношения, что истребление польских офицеров в Катыни должно замалчиваться, поскольку 800 тысяч погибло советских солдат в Польше. Это же бред сусивой кобылы. Но по сути дела. Не говорил сегодня. Вы говорили, между прочим. Нет, я не говорил, что Катыни замалчивается. И хочу сказать, что есть такая реакция защитная у многих здесь выступающих, которая напоминает мне гениальную фразу польского драматурга Дыгата, который говорил, что нельзя причинить боль стопе, на которой нет мозолей. Эти мозоли есть. Эти мозоли есть, но мозоли лучше всего оперировать самому у себя. Фильм Вайды был, конечно, сделан на польскую тему, и в первую очередь на поляков. Но с каждым очередным просмотром в России я убеждаюсь, что он в огромной степени для россиян не менее важный, чем для поляков. Когда говорят иногда, что этот фильм показывает то, чего не хватает в российском кинематографе. Вы знаете, это бывает в российском кинематографе, в разных местах, и потом тоже не попадает в телевидение, например, как же не попал у Вайда. У меня был такой случай, когда мы показывали этот фильм в прошлом году на фестивале в Чебоксарах, когда рядом с фильмом Вайды шел короткий метраж, шел маленький фильм российского дебютанта, назывался «Мешок», который то фильм показывал убийство практически советским солдатом офицера, который возвращается с Западного фронта в первый год после революции. Литературный сюжет известный. Все знакомо. Офицер в шинели возвращается домой, тот же самый ствол в упор и так далее, и так далее. И там же был русский офицер. Вы думаете, что тот фильм пошел успешно по дискуссионным клубам, увидел его российские зрители и прочее? Да не пошел. В связи с чем что-то все-таки не так. Кроме того, хочу сказать, что когда я слышу призывы, что хорошо, мы покажем Катынь, пусть поляки показывают наш кинематограф, я могу только захихикать. Поскольку количество фильмов российских, даже флагманских, таких как замечательный 612-й, в Польше есть огромное. Это фильмы нормально идут в прокате. Есть официальные презентации, официальная дискуссия, отзывы киноведов, историков и прочее. И никто не ищет в этом попытки выкопать замечательным российским режиссерам какую-то яму или ров, или защитный рубеж между Россией и Польшей. Да никто этого не ищет, поскольку ну, все-таки времена смуты прошли давным-давно. Для нас это все-таки время так же само забытое, как Ливонская война, и так же само, как война за Украину. В Польше смотрят и будут смотреть Тараса Бульбу, и никто не будет возмущаться, что русские перехватили фирменный украинский сюжет с украинским актером Ступкой, который раньше у нас играл Хмельницкого, а у кого-то другого Мазепу. Понимаете, не надо путать понятия. И хочу сказать еще одно, что если говорить про преодоление прошлого и прочее. Знаете, когда ссылаются на опыт немецко-французских отношений, понимаете, у немцев, по сути дела, были два таких соседа, с которыми надо было проводить в порядок отношения. Французы, почти за 1000 лет отношений, и поляки. За одними и с другими, поскольку существует еще ведь опыт польско-немецких отношений, удалось привести как-то это в порядок. У других европейских наций есть, у каждого есть какой-то сосед, с которым надо приводить отношения в порядок. Скажите, пожалуйста, вас не беспокоит, молодой человек, что если возьмете российские учебники, академические, школьные, вы приходите к выводу, что или у России вообще нет соседов, или нет соседов, с которыми надо подводить счеты и приводить в порядок отношения. Вас не беспокоит, что существует определенная картина отношений, очень односторонняя. Что мы хорошие для всех вокруг. Вот здесь мы положили 800 тысяч, там 120 и прочее. И нас все неблагодарны, к нам плохо относятся. Но прошу прощения, ведь страна имеет проблемы в отношениях, именно в осмыслении исторического процесса.
почти с всеми соседами, даже с такими, которые столетиями входили в состав Российской империи, а потом Советского Союза. Что это? Мировой заговор? Ну, надо всегда на это ответить. Почему? Может быть, действительно потому, что в момент, когда надо применить как аппарат осознания своего места истории, русскость, российскость, но все-таки русскость, вы начинаете со славянскости, а заканчиваете все-таки тем же самым Советским Союзом. Советскостью. Советскостью, да. И это простите, но большая разница. Советская идентичность. Совершенно верно. Совершенно верно. Но на этой ноте я бы хотел закончить, поскольку я не считаю, что это самый лучший метод вести диалог с соседом. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы все-таки заканчиваем. Ну, пусть секунду зайдем. Представьтесь, пожалуйста. Баранова Ирина, социолог. Я хочу сказать о своих просто ощущениях человеческих от этого фильма. Я рыдала на протяжении этого фильма, я рыдала потому, что у меня не было ощущения, что я смотрю фильм о Польше. Это был фильм о поколении моих дедушек и бабушек, большинство из которых я не застала. И самое страшное, что у меня не было ощущения, что я смотрю фильм из древней истории. То есть у меня нет ощущения, что я смотрю фильм о давно прошедших временах. И вот это вот меня даже больше волнует. Спасибо. Приходите к нам в клуб. Вот я рад, что несмотря на очень большие противоречия, мы все-таки не перессорились и не переругались. Мы можем искать истину, это главная цель. Через месяц новая встреча, новая дискуссия.